сокращаем гнезда в зиму. Сегодня 4 ноября. Сокращаю гнезда последний раз. Начнем с этого улика. Немного дыму пчелкам. Был раёк, я его присоединял. Смотрим. Клуб уже есть. Обрабатываю пчел от клеща. Режу им перец. Потом его добавляю в дымарь, чтобы еще заодно их прокумарить этим дымком с перчиком. Ну, сейчас еще один раз вижу, здесь 1, 2, 3, 4 на 5 рамках сидят пчелы. Семейка не очень сильная, значит, мы что сделаем. Итак, ставлю заградительную доску, она у меня из какого-то камыша досталась от деда. Дальше мы продолжаем травить клеща. Берем перец, разрываем, кладем на клуб. Пчелки злые, но ничего страшного, это им в пользу. Кладем две палочки сверху. На них я кладу маломедную рамочку про запас. Вот так. Убираем лишнее. Поставили маломедную рамочку им для подкормочки. Теперь укрываем. Пускай выбирают. Так. Пока утеплять их не буду, еще холода не настали, ну, просто немного брошу сверху шубки. Так, все, с ними мы разобрались. Здесь сокращать ничего не надо, корма вроде на 5 рамках. Thank you.